Фонд борьбы с коррупцией разместил в России билборды «Россия без Путина», призывая россиян включиться в антипутинскую кампанию. На баннере, который вывесили в Москве-Санкт-Петербурге, QR-код ведет на сайты в БК «Россия без Путина». В рамках кампании каждый гражданин в ближайшие 100 дней должен убедить минимум 10 человек голосовать против Путина. Листовки, граффити, плакаты и наклейки будут опубликованы на сайте. В фонде прогнозируют, что факты о помиловании Путиным уголовных преступлений преступников после возвращения с войны против Украины повлияют на мнение избирателей. Даже самый ярый сторонник Путина споткнется на вопросах, а как так получается, что помилованный лично Путиным преступник, который должен был десятками лет сидеть в тюрьме, выходит и совершает изнасилование, убийство? А как так получается, что при этом мобилизованные солдаты не возвращаются с фронта? Как Путин может ответить на вопрос о том, что цены растут. Началом предвыборной кампании Путина аналитики называют проведение президентской прямой линии, которая состоится 14 декабря. Большинство россиян интересуется ходом войны в Украине. Социологи Левада-центра выяснили, что вопрос о сроках окончания войны самый популярный. Его готов задать 21% опрошенных россиян. И именно этот вопрос больше всего раздражает кремлевские власти. Россияне уже не ждут от Путина новостей о возможном улучшении их уровня жизни, о пенсиях и их повышении спросили бы 8%, о медицине, образовании, социальных программах 8%, о зарплатах и уровне жизни в целом 7%, 6% попытались бы выяснить, когда Путин уйдет. Вопросы о миграции и коррупции волнуют по 2% опрошенных, 10% вообще не интересуются выступлением Путина и его ответами, и сообщения телеграм-канала можем объяснить. Аналитики Института изучения войны уверены, россияне все больше поддерживают вывод войск из Украины. Более половины респондентов считают, что Москва должна начать мирные переговоры на условиях Киева. Когда а, Левада-Центр задал вопрос, а, вообразите себе, что Путин а, значит, решит а, отдать, а, вернуть Украине захваченные а, территории, вот одобрите вы это или нет? значит сразу же сходу более трети, 30, если не ошибаюсь, 35 процентов сказали, что они согласны с этим вариантом. Как и на прошлых выборах, в 2024-м россиян лишат видеонаблюдения за ходом президентских выборов. Трансляции с камер в территориальных избирательных комиссиях включат только во время подсчета голосов в конце трехдневного голосования, сообщил зампредседателя российского центра избиркома Николай Булаев. При этом доступ к трансляции будет у избиркомов, представителей зарегистрированных кандидатов и партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, наблюдателей от общественных палат, уполномоченных по правам человека, представителей Совета по правам человека и технических операторов. Видеозаписи с президентских выборов будут храниться не меньше года со дня официального опубликования результатов и статьи издания «The Moscow Times». В авторитарной политической системе России Путин всегда побеждает на выборах с большим отрывом. Сейчас же в российском обществе нарастают антивоенные настроения и в то же время напряжение в ожидании новой волны мобилизации. Впрочем, отмечают эксперты, приказ о ее начале диктатор скорее всего отдаст после того, как обеспечит себе пятый срок в кресле президента. Виктория Смирнова для телеканала Freedom.